Так, нажимай, нажимай. О! О! Сейчас мы им тут это, подписчиков наберем. Че, они пилят? Да, братан, жестко, жестко. Вот Томми, Томми вообще, дуро, дуро просто. Дуро, скретч. Ты их там хоть подучи, братан. Да, да, я чуть-чуть показываю, чуть-чуть. Вон, 4000 людей сейчас. Мишаня, приветик. Кабины качают, все нормально. Это ты, это они типа диджики, барсы, да? Да, 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 вот Барселон, пацаны местные, короче, которые скретчат. И как бы у нас же, видишь, все друг друга знают, типа, заочно. У вас свое комьюнити должно быть. Да, ну тут аккуратненько в комнате, вот, чик-чик, все. Утром, 12:37, время. Я сам, брат, работаю, с утра проснулся, вот, позавтракал и сел работать. Красиво. Блин, Мишаня вообще похож уже на это, из группы Beatles, короче. А он не вылазит, братан, он мне кажется, свел уже столько треков, что, мне кажется, все рекорды побил, понял? По сведению. Это да, это, короче, мы с Константином Кабанщиком доехали вот прям до сюда. Чё, Костян там тоже сидит? Не-не, он меня подвез тут. Я вышел из бэхи тут под рэп и все, зашел пацанам красиво. Я понял. Типа понял, как бы, что нормально двигаться надо. Надо с нормальными пацанами тоже двигаться. Ладно, братик, я пойду работать. Хорошего дня тебе желаю. Чё, на тренировке с тобой увидимся, да? Да, в понедельник тренинг по-любому. Шашлыки, потом-то уже получается. Хорошо. Обнял тебя, давай. С кучамба, давай. Давай, давай. Соу. Соу. Привет. Йоу, йоу. Вот, посмотрите хоть как нормально это. Как нормально. Я не повірив, коли побачив я на лаві стільки риб.